Доброго времени суток, дорогие друзья! На связи с вами Ильгиз Файзулин, и вы на его канале Лестница Плюс. В этом видео я хотел бы поговорить о гаджетах, гаджеты гаджетов. Как бы. Сейчас в наше время мы привыкли ко всякого рода гаджетам, телефонам и так далее. А основным из них является, значит, сотовый телефон, из которого мы берем много информации, смотрим видео, слушаем музыку, делимся фотографиями всевозможными, новостями. И вот для телефона, для смартфонов я сделал две подставки для телефонов, для удобства. Чтобы можно было удобно смотреть фильмы, слушать музыку, ну и вообще. Один из гаджетов выглядит вот так, его можно сделать в виде брелка. Здесь просто делается надрез, и для удобства, вот, например, телефон, ставите и смотрите, например, что-нибудь такое. Видео. Вот. Вот так. Это один из видов подставки. Другая подставка выглядит вот две детальки. Вот такой толщины. Просто, значит, одевается друг друга. Телефон можно положить так, так. У некоторых зарядка снизу, можно вот это отверстие поставить. Вот сбоку вот так выглядит. Вот. Складывается, много не занимает. Можно подарить любому человеку, от ребенка до взрослого, детям прекрасный подарок. Можно надпись нарисовать, написать какой-то рисунок, нарисовать, покрасить любой цвет. Это вот просто как бы вот как можно сделать из простых деревяшек такую подставку. Так что, кого заинтересовала такая вещь, я могу сделать серию таких подставок. Для этого я беру такую рейку шириной 9 сантиметров и толщиной тоже 9 миллиметров. Вот с этого материала, значит, это простая вот отход доска, будем делать гаджет для гаджета. Размечаем, значит, вот это будет 15 сантиметров одна часть, это 14 сантиметров. Так, вот здесь, значит, я расчертил, где будет у нас отверстие. Вот это первая деталь, вот это будет верхняя первая деталь, вот здесь вторая деталь, это будет она Т-образная, вот такая деталь. Здесь вот отверстие для провода от зарядки, вот, соответственно, это отдельная часть, это вторая часть. А вот это вот расстояние у нас 2,5 сантиметра, вот от края. А вот это длина отверстия будет 5 сантиметров. Ширина отверстия 1 сантиметр. Так как это у нас вот толщина этой рейки 9 миллиметров, то я здесь чуть-чуть побольше сделал. Будет 1 сантиметр, 10 миллиметров. Здесь, соответственно, вот эта вот часть тоже будет 5 сантиметров, чтобы она входила
вот в это отверстие. Это отверстие для провода зарядника можно делать произвольно. Я вот сделал его побольше, чтобы было удобнее, значит, подключать. Вот получились у меня такие детали. Сейчас я буду сверлить вот это вот, чтобы было отверстие у меня. И, соответственно, вот это тоже сверлом диаметром 10 миллиметров. Вот сейчас я просверлил отверстие, и сейчас отверстие надо соединить с помощью лобзика, и получится отверстие, которое мы хотели, чтобы у нас были. Вот наше изделие уже с отверстиями. Вот. Я здесь еще и углы чуть-чуть срезал. Их я закруглю. Сейчас все обработаю наждачной бумагой. Шлифую. И у нас подставка для телефона сотового готова будет. Сейчас вот с этой палочки попробую еще один простой гаджет сделать для телефончика. Вот такой маленький гаджет можно сделать как брелок. Я покажу потом, как им пользоваться. Казалось бы, отход, но если сделать такой брелок, покрасить, что-то там написать, нарисовать, можно сделать кому-нибудь подарок. Вот такие дела. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете дизлайки ставить, оставляйте комментарии. И до скорых встреч!